ему дым синий. Сидит в сахарине, да он всегда такой, не потрогаешь рукой. Путь жизни ко времени уже далеко, забрался в неведомое будущее глубоко. Множество отрезков его времени сжаты, и он ни на одном конкретно помнит даты. Почему дым синий среди пестрых линий? Да он всегда такой, не потрогать рукой. Путешественник во времени устал, лучи существования не ожидал, ощущает мимолетность всего на свете, просыпается одиноким на планете. Острых